И всем привет, и сегодня я вам покажу, как создать HD 2D интро на телефоне. С помощью приложения Filmora Go можно создать его. Вот, называется Filmora Go. Нажимаем. Вот этот. Нажимаем сюда. Вот мое интро это. Это просто. Так, теперь создаем новое. Создать новое видео написано. Берем. Берем. Нажимаем. Кстати. Что нажимаем? Видео. А, дальше нажимаем. Это какой хотя бы. Нажимаем установленные, потом нажимаем, какой фон хотите выбрать. Я бы выберу, например, вот этот. Все. Да, теперь идем, нажимаем дальше. Теперь мы добавляем сюда. Слушайте, не это. Теперь мы добавляем редактировать под заголовок. Пишем. Можно так. Например, напишем. Цвет. Можно поменять цвет. Нажимайте. Мультигэ или что-то. Мультиги. Вот нажимаем. Шрифт можно вот такие делать. Я сделаю вот такой. Не-не, я сделаю вот такой. Что-то тупой. Вот этот я сделаю. Или вот это. Вот, и еще плюс. И еще плюс один. Пишем колбан опять. Вот так уравниваем. Вот в уме, чтобы было круто. Вот так мы делаем и все. А можно тут еще, но не есть. Эффекты выбирать. Вот так, например. Я этот раз выберу вот так. Вот 5 секунд. Смотри. Эй. А этот? Зум. О, вот так вроде. Вот так. Жмем окей вверху. Правом верхнем углу вверху. Теперь жмем элементы установленные. Любой. Любой можно выбрать. Так, например, выберем. Вот так вот нажмем. Потом нажмем какую-то музычку. Окей. Музычка где? Музычка. А, возьмем манаги. Я залагала. Манаги. Должна быть музыка. Где музыка? Музычки нету. И
Так. Например, brightness. Вот так тоже можно прозрачность. Вон, я не знаю, я забыл, где музыка, я забыл. А продолжительность. Я забыл, продолжительность увеличим. Да, 8-7. Так, теперь. Жмем окей, кажется. Жмем окей, если... Нет, нет. А вот-вот, кажется. Вот, музыка, музыка. А тема тоже нужна. О. Тут тему можно еще. О, зима. Сохранить. Вот, и тему тоже можно с вот этим. А теперь когда сохраним? Сохранение проекта. И потом его добавляем в альбом. Крутое интро. Химчик. Так, она... Пока что сохраняется. Потом я сниму, как поставить интро в начало видео. Это будет дефо. Круто будет. Так, сохраняется почти. Подписывайтесь, поставьте лайк и напишите комментарий на это видео и на все. Теперь я вам... О, видео. Сохранить в камеру ленту написано. Тут. Жмем сюда. Все. Сохранить. Ну и подписывайтесь, поставьте лайк и напишите комментарий. И всем пока.